Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Я знаю, что твоя наглость, ей просто нет предела. Но какого хуя ты у него бургер выклинчала? Да я выклинчала. А что ты сделала? Попросила. Попросила? Ну, да ты его заебала, наверное. Ну ты ж не захотел меня покупать. Я сказал, подожди, я сейчас подойду к вам и куплю тебе бургер. Ну так я что должна ждать? Я хочу еще. Еще и одноразку спизди. Достаточно случайно открыть верхнюю полку. Я сейчас быстренько мусор вынесу и в магазин забегу. Тебе что-нибудь взять? Где? Ну не на мусорке, блин. Все люди как книги, и мы их читаем. Кого-то за месяц, кого-то за два. Кого-то спустя лишь года понимаем. Кого-то прочесть не дано никогда. Ты что, упала? Да, за, я подбородок разбила. Ну ничего страшного, у тебя второй есть. И чешка. Ужас, я выпью твою эту, пиво. Нет! Я уже пью. Нет! Я пью. Нет! Антон, що погнали? Ти на шашлик хоч раз деньги скинеш? Цепочку давай снимай. От 20 раз делаем шашлики, ти хоч би баночку пива купив би. Или какой-то рожок за 50 гривень. Валерчик, братик, на базі. Посмотрите, как заводится у него автомобіль. Не показывай, это противоугонная система. Джонні Анда сьогодні скинув 2000 гривень, проспонсировав шашлик. Ну я тебе закинув. Не, позвали на шашлычок, спасибо, друзья. Не, подожди, я скинув тебе лесу. Еще. Короче, это я скинул 200 гривен, но я со всех хожу, сбиваю деньги. Ну что, типа все по пятихатке Джонику отлистали. Ну что, я делал 20 раз шашлык, и Маша мне уже, блядь, на 19 говорит, Сев, ну ты заебал. Какого хуя всегда платишь ты? Поэтому сейчас, пацаны. Может, пробежишься пешком домой? Поедем на речку.